12 ноября Сбербанк отметит 180-летие своей работы. Сегодня Сбер не только один из крупнейших банков страны, но и один из ведущих финансовых институтов. 14 тысяч точек обслуживания, миллионы клиентов, которых, кстати, в честь дня рождения организации ждут, пожалуй, самые выгодные предложения в году. Не только получать подарки в свой день рождения, но и дарить их своим клиентам. Принцип Сбербанка, который стал уже доброй традицией. Проходит он в формате зеленых дней, пожалуй, самых выгодных дней в году, предлагая скидки и преимущества всем жителям республики, как и страны в целом. Традиционно 12 ноября мы отмечаем зеленый день. В этом году нам исполняется 180 лет, и наших клиентов ожидают приятные подарки в виде скидок и предложений от наших сервисов и компаний экосистемы Сбера. Будем рады видеть вас в наших офисах. С каждым годом «Зеленый день» становится все более масштабным и ярким. Так, в этом году в честь юбилея Сбербанка свои предложения подготовили сервисы и компании экосистемы «Сбермаркет», «Сбермегамаркет», «Сберстрахование», «Сберинвестиции», «Сбердевайсис». Для розничных и корпоративных клиентов в «Зеленые дни» банк предлагает потребительские кредиты с пониженной ставкой, а также скидки по ипотечному кредитованию. Каждый найдет что-то интересное для себя. Я пользуюсь сервисами Сберпрайм. В прошлый раз я не успела оформить подписку. В этот зеленый день обязательно воспользуюсь этой услугой, оформлю подписку и буду пользоваться любимыми сервисами от Сбербанка. Я планирую покупку, поэтому нужен кредит. Теперь я жду зеленый день и очень надеюсь на выгодные условия по кредитованию. Мы планируем покупку квартиры. Сейчас смотрим, присматриваемся, ждем зеленого дня. Надеемся, что будут скидки. Мне очень нравится бонусная программа «Сбер, спасибо». С покупок часть возвращается в виде бонусов, которые я могу потратить. Я очень жду зеленый день повышенных бонусов. Воспользоваться специальными акциями можно, не выходя из дома или офиса. Для удобства и безопасности клиентов вся информация представлена на сайте «Зеленый день». Уже сейчас здесь можно бронировать предложения, проходя тесты и викторины. Воспользоваться же ими вместе с другими бонусами можно будет 11 и 12 ноября. У предпринимателей «Зеленых дней» будет 7. Спецпредложения по банковским продуктам и сервисам экосистемы для них действуют вперед с 11 по 17 ноября. Полную информацию об акциях «Зеленых дней» можно также узнать во всех бизнес-офисах Сбербанка Республики.